Как вы думаете, Навальный вернется? Это хороший вопрос. Христо Грозев в интервью, которое он, в сенсационном интервью, которое он дал Олесе Бацман, сказал, что Навальный вернется. Это было за несколько дней до того, как против Навального начали открывать новые уголовные дела. Вернется ли он сейчас, трудно сказать. Конечно, Навальный – это такой особый тип бунтаря, который может пойти и на заклание. Это революционер, это Ленин, это Троцкий, это Ельцин. Это человек, который способен на нетрадиционные поступки. Это буйный человек. Вы знаете, когда-то Юлия Тимошенко, ну, год назад, может, вот мы с ней сидели, разговаривали за столом, и она мне вдруг говорит, она призналась в потрясающей вещи, в том, что она, будучи предупрежденной, что ее посадят в тюрьму, Янукович, будучи приглашенной лидерами некоторых западных государств остаться и не ехать в Украину, уехать, в частности Меркель, она все равно осталась в Киеве и пошла в тюрьму. И я ей задал вопрос, зачем вы это сделали, елки-палки. Она мне сказала, ну я же политик, я не могу уехать, это все, это конец. Значит, я боюсь, значит, я уже не политик. Может быть, она просто не до конца верила, что ее посадят? Нет, она абсолютно верила, и ей подтвердили это все. Она понимала, что она пойдет в тюрьму. То же самое мне сказал Ходорковский фактически. Я вот только хотел спросить, да. То же самое. Вот Навальный из когорты, насколько я его себе представляю и вижу, из когорты людей, которые, презрев опасность, могут вернуться. И вот тут, конечно, будет любопытно.